Ой, девочки, где вчера была? Покупала рыбку. Рыбку купил потом. А вначале я была на психотренинге. Психо чего? Одним словом, если чего-то очень хочется, это обязательный спонсор. Главное правильно загадать. А чем тебя рыбка? Она что, золотая? Это не важно. Главное сосредотачиваться, глядя на нее, и рыбка начнет исполнять твои желания. И это еще как? А вот так. Прям любые-любые? Любые-любые. Хочу, чтобы Вадик подарил мне цветы. Оля, это тебе. Спасибо. Ничего себе! Я тоже так хочу. Хочу. Хочу, чтобы красивый парень вошел сюда и подарил мне, ну не знаю, торт. Пусть будет торт. Вика, это тебе. Спасибо. Вот видите, я же говорила, работает. Хорошая у вас рыбка, девочки. Не одолжите на урок. Берите, если очень нужно. Хочу, чтобы Фролов Данил вышел к доске и решил задачу на пятерку. Молодец, садись, 5. Хочу, чтобы Сидоров Ваня вышел к доске и решил задачу тоже пятерку. Молодец, все верно. Садись, 5. Ну как, хороша рыбка? Хороша, ой, как хороша. Так я заберу? Зачем? Ну, хочу желание загадать. Ты знаешь что? Ты подойди ко мне в конце дня. Мне сегодня еще 2 урока провести надо, в 6 А и в 6 Б.
А 6 Б ты сама знаешь, какой трудный. Ну ладно. Ты иди, детка, иди. Тут еще контрольные на носу. Так что работа у нас с тобой, золотая рыбка, непочатый край.